сразу без вопросов подскочил к столу с остатками деревяшек. Перебирая одну за другой, пытался найти что-то подходящее. Во! То, что надо! Для задуманной идеи срезаю все неровные стороны. Заодно подгоняю под конкретный размер. Для ликвидации ненужных кусков выбрал свою самодельную пилораму. Вот пилю я и думаю. Сделал я вот эту пилу себе, пилораму, но для моей мастерской она получается немного большеватая, поэтому я задумался купить себе маленькую стационарную пилорамку. Для этого я перехожу на Е-каталог, на главной странице выбираю пилы, расширенный подбор, выбираю себе производителя. Это Bosch, Makita, Mitaba. Устройство. Нужна мне комбинированная. Тип стационарный. Мощность. Мощность здесь одна. Функции. Плавный пуск обязательно должен быть. Лазерный маркер. Ну и подсветка. Это основное, что я хочу подобрать. Е-каталог предложил мне Bosch самый первый. Это, ну, сразу видно мощный агрегат. Можно полистать фотографии и увидеть визуально. Почитать отзывы. Ну и сравнить цены. Да, неплохой вариант. Если вы еще не пользуетесь, переходите, ссылку оставлю в описании. После выравнивания фанерки беру из закромов дощечки с пазом. Доска 3х14 с пазом по всей длине, ширина паза 1 см. Так как доски не новые, а уже продырявленные, нахожу более-менее чистые отрезки и размечаю по 20 см. Торцевой пилой раскраиваю по начерченному. Отмеряю ширину, какую мне надо, и обрезаю с стороны, где нет паза. Пилорамой отрезаю ненужные части. Теперь фиксирую эти две дощечки, отступив от центра 2,5 см, и повернув их пазом внутрь. Наметил, зафиксировал, закрепил. Еще один отрезок отмеряю и отрезаю. Устанавливаю внутрь пазом и фиксирую со стороны фанеры. На самодельной шлифовалке торцую края, делаю все одинаково ровные. Ну а сверху прохожу шлифмашинкой. Теперь беру доску 20х140 с фрезерованными краями, размечаю два отрезка по 20 см и на запас добавляю 0,5 см. Примеряю, вычисляю, сколько надо отрезать. На торцовке отрезаю в два захода. Краев с двух сторон прикручиваю маленькие петельки. Гравером решил убрать чуть торчащие саморезы во избежание возврата к этому этапу. С внутренней стороны делаю разметки для отверстий. Сверлю отверстие глубиной пару миллиметров. И в каждое отверстие вклеиваю маленький магнитик. И в некоторые места вклеиваю магниты посерьезней. Отпилив от ручки швабры кусочек 5 см, сверлю отверстие по центру и прикручиваю сверху своей конструкции. А снизу устанавливаю крючок, сделанный из проволоки 6 мм. Еще раз все шлифую и покрываю акриловым темным лаком.
Если вам понравился мой органайзер для лобзика, прошу, ставьте лайк. Всем пока-пока.